для красноводным Балтийским флотом. Личный состав Балтийского гарнизона по знаменованию Дня военно-морского флота построен. Командир гарнизона контр-адмирал Жизненосцев. Есть. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ вице-адмирал! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Ура! 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 Вольно! Товарищи ветераны флота, сегодня в Российской Федерации торжественно отмечается День военно-морского флота. 22 июня 1939 года по инициативе Народного комиссара военно-морского флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова с целью демонстрации достижений отечественного военного кораблестроения и успехов личного состава боевой подготовки был учрежден День военно-морского флота страны, который с тех пор стал поистине всенародным любимым праздником. Сегодня мы отдаем день памяти морской славе России, мужеству и героизму военных моряков всех поколений, их близким, выдержавшим боль разлуки и горечь утрат. Четвертое столетие российские военные моряки бессменно несут вахту на морских рубежах нашей Родины, демонстрируя всему миру отменную выучку и отвагу, верность воинскому долгу, присяге и Андреевскому флагу. Сплоченность и взаимовыручка в сочетании с высоким моральным духом и профессионализмом позволяют флоту сохранить и приумножать славные традиции старших поколений. Нынешнее поколение военных моряков с достоинством и честью выполняют свой воинский долг. Моряки-балтийцы в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине защищают свободу и независимость Отечества. Ведут борьбу с нацизмом, так как и почти 80 лет назад они защищали наши деды и прадеды. Подвиги наших боевых товарищей отмечены высокими государственными наградами. Балтийский флот является надежным форпостом России в западном регионе. Обеспечивает стабильность военно-политической обстановки и государственные интересы Российской Федерации. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые ветераны военно-морского флота, уважаемые военные моряки, жители Калининградской области и гости Калининградской области. Сегодня наша страна отмечает День военно-морского флота, который поедет в области. Сегодня жители нашего региона чувствуют себя под надежной защитой моряков-балтийцев. В этот день мы празднуем и День города Балтийска, история которого неразрывно связана с развитием Балтийского флота и Балтийской военно-морской базы. Сердечно поздравляю всех моряков-балтийцев, жителей города Балтийска. Российской Федерации указом губернатора Калининградской области за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и обеспечения безопасности на территории Калининградской области награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами полковник Меньшин Евгений Александрович. Медалью за заслуги перед Калининградской областью подполковник Майсак Александр Владимирович. Медалью Суворова капитан третьего ранга Семикин Александр Александрович. Товарищ командующий, капитан третьего ранга Семикин, за направление на
медалью за заслуги перед Калининградской областью подполковник Бурдела Иван Петрович. Медалью Суворова майор Герасимов Максим Сергеевич. Медалью Суворова главный старшина Колязов Александр Юрьевич. Почетным дипломом благодарность губернатора Калининградской области майор Шиц Марк Артурович. Thank you.
Балтийским флотом. Рота почетного караула построена. Командир роты майор Мальцев. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ командующий Балтийским флотом! Понял! Ну, где? Такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны, нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служит в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Для службы на море нужны походы и приветы из дому в далеких водах. И чтоб не терять минут свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам нужны для службы якоря и тросы, нужен нам устав, что помнят все матросы, нужен флаг, что реет над волною синей, а всего нужнее родина Россия. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь
служить в военном флоте. Дорогие балтийцы, жители славной главной базы Балтийского флота, коллеги, читатели, от всей души поздравляю вас с Днем города, с Днем военно-морского флота России. Крепкого флотского здоровья, неизменной 7 футов под килем каждому. И не забывайте главную флотскую газету. От всей души искренне ваш главный редактор газеты «Страж Балтики» Максим Румянцев. Честь имею!